Смотрите далее в проекте Front News. Уникальные кадры реальных боев. Вооруженные силы Украины гонят шею захватчика вдоль всей линии фронта. Они пьют воду оттуда, из лужи просто. А российские добровольцы освобождают свою страну от путинского гнета. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. В это время путинская свора зверски обстреливает украинскую Одессу. Есть турникет? Хорошо перемотался? Там 200 или что? 300, бабушка! Но украинские защитники точно заставят врага ответить за все. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Пострел! Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Front News. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с очередного акта геноцида против украинского народа со стороны путинской России. Ударив по жилым кварталам Кривого Рога вечером 12 марта, россияне убили 5 человек и ранили полсотни. Среди пострадавших 13 детей, в том числе и 2 младенцев. 5 взрослых пациентов сейчас в тяжелом состоянии. Больше о ситуации в городе, которые перебывают в трауре, в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской. Ракетную атаку по Кривому Рогу. Ракетную атаку в Кривом Роге россияне устроили после 6 вечера, когда многие жители уже были дома или именно возвращались с работы. Вот эта девятиэтажка больше всего пострадала. Здесь вспыхнул мощный пожар. Мы просто пришли с работы. Готовили себе ужин и сразу же прилетело. Ударило сильно по рукам, также по голове был удар. Окон, дверей нет, но жить можно, нам просто повезло. Окон, дверей немає, але... жити можна. Нам просто повезло. Перший був хлопок, а потім уже шарахнуло. Треш. Треш, или как это сказать одним словом? В квартиры не пускают еще, но у нас хотя бы пожара не было. Пожару не було. Мусорник лучше выглядит. Все вылетело. Все вылетело, зашитой головой. Все нормально будет. Дай бог, чтобы все было хорошо. На месте погибло 3 человека, 2 в собственных квартирах и еще 1 прохожая, которая именно шла домой. Также ночью в больнице скончалась тяжело раненая 47-летняя женщина. В целом, впоследствии ракетных ударов пострадало 43 человека. Среди них 12 детей, в том числе и 2 младенцев. Самому маленькому раненому только 2 месяца. В больницах остаются 20 пострадавших, состояние 6 из них тяжелое. Это 2 детей и 4 взрослых. Предварительно Х-59. Это полностью спальный район, где находятся только частные дома, многоэтажки. Люди ночью и вечером пришли отдыхать. И это чисто теракт по мирному населению и по мирным людям, которые никому не угрожали. И по мирным людям, которые никому не загрожили. В общей сложности разбито 400 квартир. В городе повреждено около 2 десятков многоэтажек, 2 садика и 2 школы. Предприятие, админздание и супермаркет. Пострадавшие как раз ждут разрешения зайти в разбитые дома, чтобы забрать вещи. Одновременно с этим коммунальщики и спасатели выясняют, пригодны ли эти квартиры для проживания. А сейчас мы переносимся на многострадальное бахмутское направление фронта. Враг и тут продолжает разрушать, убивать и калечить. На бахмутском направлении силы обороны отбили 5 атак захватчиков в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. И тут вот что важно. Украинские защитники оттеснили врага от населенного пункта Богдановка. Это то самое бахмутское направление. Штурмовики 93-й бригады «Холодный Яр» при поддержке артиллерии зачистили ключевые позиции врага, чтобы уменьшить давление на Часов Яр.
Сам же город россияне равняют землей авиационными бомбами и артиллерией. Специальная корреспондент КТСН Юлия Кириенко побывала в разрушенном Часовом Яре и пообщалась с украинскими штурмовиками, которые и уничтожают живую силу россиян. Уже развеивается черный дым на горизонте, но только что мы наблюдали прилет управляемой авиационной бомбы. Вон еще один. Таким образом, россияне уничтожают Часов Яр. Он уже сейчас похож на то, что мы видели в Бахмуте. Оккупанты пытаются окружить этот город, а все потому, что он на господствующей высоте. На армейском языке это значит «тот, кто контролирует эту высоту, контролирует линию фронта». Так выглядели прилеты КАБов с земли, а это их попадание зафиксировал квадрокоптер армейцев с неба. Огромный гриб будто бы накрыл город по разбитой улице, которого удивительно спокойно идут две женщины. Под их тростями трещит стекло, которое было до недавнего времени окнами их же квартир. Добрый день, что вы здесь делаете? Именно в дом, где живут эти женщины, мы случайно забежали, когда хотели скрыться от обстрела. Женщинам на грохот авиабомб и артиллерии будто бы все равно. Ждем победы. Над украинской победой в Часовом Яру работают бойцы бригады Холодного Яра. На наших глазах они пытаются добить группу врагов, которая засела в окопах. Там нарыто дуже добре. Там нарыто очень хорошо, тяжело выбить. Есть противник. Есть противник, останавливаем противника. Сначала работает по россиянам миномет, потом подъезжает на помощь и наш танк. Вот он и вновь. Есть, смотри. Холоднояровцы уже сутки не выпускают врагов из укрытия. Противник просто зараз. Просто мы сейчас наблюдаем за противником уже который день. Есть приходы, лужа возле их траншеи, они пьют воду оттуда, из лужи просто. Выбегают, берут и потом снова прячутся. То есть у них нет возможности даже оттуда выйти? Нет, у них нет возможности ни зайти, ни выйти. Но задача максимум для армии – сжечь дотла эту позицию. На самом деле сейчас на экранах мы наблюдаем завершение боя за эту лесополосу. Сутки назад здесь был наш удачный штурм, и холоднояровцы уничтожили вражескую пехоту, сидевшую по таким же норам. Резче! Давай, блиндаж, сюда, закрепляйся! Эти кадры сняты во время штурма викингам. До полномасштабного вторжения он был на заработках в Дании, а теперь умело штурмует посадки. По сложности, наверное, это по 10-бальной шкале где-то 8 было. Викинг и еще несколько штурмовиков зачистили немалую территорию от врагов. Кажется, что может быть важного в этой полосе, что за нее разворачиваются аж такие бои. Но армейцы говорят, это территория около села Богдановка, что находится по дороге к Часовому Яру. Тактически важная для обороны города. Позиция эта нужна. Эта позиция необходима для того, чтобы перекрыть между позициями, пустить пространство, куда могут россияне зайти. А так мы пришли, забрали, уже там все убиты были. Уже там все убиты были. Холоднояровцам удалось не только оттеснить врага, но и стратегически улучшить свою линию фронта. В Богдановке сейчас штурмовые действия остановлены. Противник не наступает больше, а здесь мы удерживаем фланг, чтобы не зашли прямо с фланга на Богдановку, на сам населенный пункт. Еще и выйти из боя без потерь. Даже по сути ни одного 300-го. Это прекрасный результат. Направление, скажем так, важно для того, чтобы немного разгрузить Богдановку. Трішки розвантажити Богданівку. И теперь добить остатки врага выезжает шведская боевая машина пехоты SV-90. Несколько выстрелов и бой завершен. Противник уничтожен. Село Богдановка на этом участке фронта одно из основных направлений наступления на Часов Яр. Холоднояровцы уверены, то, что они уничтожили на окрестностях села целый ряд позиций оккупантов, на длительное время остановит вражеские штурмы. А еще это была взрывная неделя на территории самой Российской Федерации. С ночи на 12 марта там начали один за другим взрываться нефтеперерабатывающие заводы и падать самолеты. А утром стало известно, что граница с Украиной больше не на замке. И в Белгородской и Курской областях появились военные отряды Легиона Свободы России, РДК и Сибирского легиона.
По состоянию на сейчас они уже освободили несколько пограничных сел и продвигаются вглубь Российской Федерации. Подробности далее. И знаете, так и хочется спросить Путина и его военно-начальничка. Как там так называемое СВО? Все еще идет по плану? Не лучшая ночь для российской нефтепереработки. В Нижнем Новгороде неизвестный беспилотник попал в самый современный завод России. Аналогично сработали и по заводу в городе Орел. Там был завод поменьше. Оба пожара тушат до сих пор. Неизвестные беспилотники посетили и другие города России. Московская, Курская, Тульская и Белгородская области также встречали дроны. Последние обесточены 7 населенных пунктов. В общей сложности дроны «Камикадзе» разрушили аж 6 крупных предприятий в разных областях России. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Это видео накануне записали бойцы из Добровольческого легиона «Свобода России». А уже утром они вместе с РДК и сибирским батальоном, которые воюют против режима Путина, вошли в Курскую и Белгородскую области. В Курской и Белгородской областях завязались стрелковые бои. Добровольцы обнаружили и уничтожили российский БТР на территории села Теткино Курской области. Не голосовать! На бюллетенях. Давайте голосовать калибром 62, 56, которые есть. Присоединяйся, сибирский батальон. В то же время экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что под контролем освободительных сил пограничная лозовая рудка в Белгородской области. То, что происходит на территории Украины, да, конечно, все согласовано, и они действуют в составе сил безопасности и обороны, помогая освобождать Украину от российских захватчиков. Но это граждане РФ, и у себя дома они имеют право делать то, что считают нужным. В данной ситуации отстаивать свои гражданские и политические права, а также освобождать свою страну от российской путинской диктатуры. Когда бойцы РДК уничтожили российский БТР, в небе над Белгородской областью загорелся и упал штурмовой самолет Су-24. В ГУР проверяют эту информацию. В то же время не нуждаются в проверках и уточнениях авиакатастрофы над Иваново. Там упал военно-транспортный Ил-76. Судя по видео, он буквально распался в небе на части. Ё-моё! Ё-моё! Техсистема, там есть тушение? И, наконец-то, в подводном флоте Российской Федерации пополнение. Пошел ко дну механик Погодин. Командование воздушных сил подтвердило уничтожение танкера, запостив видео поражения на официальных страницах в соцсетях. Ну что же, теперь перенесемся на пылающее Авдеевское направление фронта. Ситуация тут традиционно накалена до предела. На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайская, Донецкой области. И вот тут очень важный момент. Украинская реактивная артиллерия против преступной армии Путина. Украинские защитники показали нашим журналистам, как умело дали жару захватчикам на Авдеевском направлении. Только вот даже советская система залпового огня «Град» действительно сейчас редкость на фронте. И все из-за того самого снарядного голода. Но когда удается раздобыть достаточное количество боеприпасов врагу, точно не позавидуешь. И кажется, дай-то бог, с боеприпасами ситуация медленно, но все же начинает налаживаться. Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко расскажет и покажет больше. Вот так громко наша реактивная артиллерия насыпает в сторону врагов. На утро машина вновь заряжена и готова к работе. Наверху 40 километров дальности боеприпасы, а внизу 20 километров. Аж так далеко эти снаряды могут дотянуться к врагу. Сегодня ночью наши артиллеристы выстрелами из градов накрыли вражескую пехоту, которая пыталась прорваться на позиции Авдеевского направления. Это реактивная артиллерия, система «Град», редкость на фронте, ведь FPV-дроны практически вытеснили такую машину. Ведь они стреляют и попадают точнее. Теперь артиллеристы, которые умеют стрелять из «Градов», работают как мобильная огневая группа поддержки для нашей пехоты. Редкость еще и потому, говорят артиллеристы, что снарядов для нее практически не найти.
Все производство еще времен Советского Союза, а с такой интенсивностью боевых действий, которая уже третий год на нашей земле, запасы иссякают. Не только у нас, но и у россиян. Но нашим войскам удалось раздобыть пополнение. Командир показывает самое дорогое. Це для нас, да, це прям як ковток повітря. Для нас это да, это прям как глоток воздуха увидеть такое количество боеприпасов. Аж радуется душа, потому что при случае помочь пехоте хоть чем-то. Понимаете, мы с удовольствием заряжаем их, и хоть они весом 70 килограмм один. 70 килограмм один. Это лишь один из стаников реактивщиков. Еще две недели назад, когда враг атаковал Авдеевку и фланги, здесь было совсем пусто. То, что пополнение приехало, очень радует Богдана. Теперь его расчет стреляет от души в сторону оккупантов. Грады – это взагалі дуже-дуже страшна річ. Грады – это очень-очень страшная вещь, и у нее очень огромный потенциал, который, к сожалению, в наше время уже полностью не раскрывается из-за, во-первых, нехватки боеприпасов, то есть 40 штук за раз выпускать, даже если 10 раз в день, 400 штук в день. Я не думаю, что сейчас вообще в мире где-то кто-то производит столько ракет к граду в принципе. Я не думаю, что зараз взагалі в світі десь хтось виробляє стільки ракет до граду в принципе. Богдана это беспокоит, потому что ни один дрон не может заменить артиллерию, говорит боец. Он в армии чуть больше года и сам видит, насколько важно для пехоты, когда у артиллеристов достаточно боекомплекта. Зараз до 10. Сейчас до 10 снарядов в день выпускаем. Ночью 3 цели нам дали. 3 цели нам дали. Парень так рвался в вооруженные силы, что подписал контракт на 3 года. Ведь иначе 24-летнего парня в армию не брали. А сидеть сложа руки, когда в твоей стране война, ему было несносно. На контракт меня тоже сразу не взяли, ведь не было разрешения на тот момент. Это было в мае 22 года, когда я пришел в военкомат. Но потом, через неделю, мне перезвонили и сказали, что все, дали добро. То есть добровольцы могут подписывать контракты. Для того, чтобы защитить свою страну, он вернулся из-за границы и до сих пор не жалеет о своем выборе. Жизнь слишком коротка, чтобы в принципе о чем-то жалеть. Поэтому надеется, что свой опыт артиллериста, который получил на фронте, еще долго и умело будет применять, чтобы помогать нашей пехоте отбивать штурмы врагов. Лишь бы БК хватило, говорит армеец. А теперь настал черед анализа оперативной обстановки на Лиманском направлении фронта. Враг не дремлет и тут. На Лиманском направлении украинские воины отбили 16 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка, Донецкой области, а также Белогоровка, Луганской области, где оккупанты при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских войск. А еще на неделе путинская Россия осуществила ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. В ночь на 8 марта враг ударил ракетой вблизи жилого дома. 7 человек травмированы, среди них 2 детей. Разрушениям подверглись жилые дома, магазины и автомобили. Из-за повреждения водопровода в городе перебои с водоснабжением. Детальнее о последствиях атаки в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой. Этот жилой дом оказался в эпицентре ракетного удара. Воронка от прилета ракеты прямо под окнами квартир людей. Взрывной волной вынесла окна абсолютно во всех квартирах этого дома. Это случилось в полночь, когда люди уже спали. С самого утра на месте удара жители пытаются навести порядок. Около дома куча стекла, остатки окон, балконов и разбитой мебели. Со своих квартир люди ведрами выносят осколки стекла. За работой пытаются отвлечься от пережитого ужаса. Говорят, выжили чудом. На стене в квартире у Ирины пятна от крови. Ее муж получил ранение ноги. Потерял много крови, где-то с пол-литра, наверное, тут лилось, конечно, страшно. Ну, когда все летит, все вот это в дыму, в пыли, в грязи, и это все в перемешку с кровью. А в соседней квартире Виктория нашла кусок вражеского железа. На полу у нас вот этот лежал лама. То есть он, скорее всего, это было бы страшно, то, что вот этот бы мог убить. В квартире уже забили окна, стало хоть немного теплее. Женщина признается, не спала всю ночь, квартира была завалена стеклом. Дверь прям вынесла, да? Да. Вы уже спали?
Я как раз не спала. Еще не спала. Как раз не спала. Еще не спала. Слава богу, что не спали. Прочитала Чугуев в укрытие, и все. Нас спасло то, что здесь была штора. Тюль, которая была очень плотной. Штора, тюль, яка была дуже плотная. Этой ночью 7 человек получили ранения. Это 4 мужчин, 1 женщина и 2 детей. 16-летний парень и девочка. Ей чуть меньше 4 лет. Большинство пострадавших получили помощь медиков на месте, но 3 человек пришлось госпитализировать. Все, ничего нема. Все, ничего нет. Вот эта ночь в 1:05, как ударила, на дочь зятя посыпалась, ноги порезала, дочери палец порезала. Это ужас, что было. Трясусь до сих пор. Это ужас, что было. Трясусь до сих пор. Россияне за последний месяц 2 атаковали Чугуев и 2 целили рядом с этим домом. Сильный взрыв и все. Сильный взрыв и все. Полетели окна, упал полностью балкон. Не балкон, а сама рама оконная. Двери, посыпались стекла. Мы уедем отсюда, потому что немного страшновато. Знаете, как говорят, 3 раз может быть последним, а это уже 2. 3 раз может быть и останний. Это уже 2. Вокруг воронки правоохранители собирали металлические осколки от ракеты. Уже известно, это была ракета С-300, запущена из Белгородской области. Взрывной волной побито 13 автомобилей, поврежден торговый центр и еще около 10 магазинов. А меж тем российские вояки продолжают свои мясные штурмы на бахмутском направлении. Пытаются оттеснить подразделения вооруженных сил Украины из сел Клещеевка, Андреевка и Богдановка. Это в основном те населенные пункты, которые украинские воины освободили осенью 23-го года. Колоннами техники и пехоты оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях. Удержали ли украинские силы обороны этот штурм, расскажет и покажет специальная корреспондент КТСН Юлия Кириенко. Едем на передовую до наших минометников. Едем на передовую к нашим минометчикам на немецком «Мерседесе». Думали, что это из стран-партнеров помощь. На самом деле это волонтерская машина. Кстати, здесь уже как необходимость установлена вот такая система. Это РЭП, который защищает нас от FPV-дронов врага. Валізочки – це реп, який захищає нас від дронів, FPV-дронів ворога. Павло, нормально? Павел, нормально захищає? Да, мы еще ездим на нем, поэтому все хорошо. Мы проносимся мимо разрушенных мертвых сел бахмутского направления. Навстречу летит наш вертолет, который только что отработал по врагам. Передовая уже близко. Ребята включают купольный РЭП, который должен защитить нашу машину от вражеских дронов. Включаем его. Включаем его, и дроны на подлете теряют управление. Начинают керувание. Пока мы бежим к позициям, минометчики готовят к работе трофейную «Нону» – пушку, которая когда-то принадлежала оккупантам, а теперь всю ночь стреляла в их сторону и прикрывала нашу пехоту. Внимание! Выстрел! Здесь вместо купольного РЭБа работает дракон. Его задача – слушать небо. Он одевает активные наушники, в которых лучше слышен каждый шорох в воздухе. Да, навалом их и... То раньше хоть... Да навалом их. Раньше хоть можно было различить, где наш, где не наш. А сейчас не поймешь, чей он. Стараешься как-то там из-за угла выглянуть, посмотреть. Если наш, он с нашего направления летит. Если вовремя услышать, откуда он летит, то становится понятно, наш он или нет. Если я все это услышу, я доложу командиру и скажу, чтобы расчет скрылся в укрытии, потому что они не всегда могут услышать. Доповести командиру и сказать, чтобы розрахунок... спрятався в укриття, тому що вони не всегда можуть почути. Ребята стріляють в сторону села Андреївка, которое ще осінню освобождали наші армійці. Один снаряд. Огонь, огонь. Теперь на наши позиции там вновь давят оккупанты. Ой, до Андреевки им еще очень далеко. Они даже, наверное, не мечтают об этом. Пилот квадрокоптера с позывным «Бэха» говорит так уверенно, потому что лично отбивал штурм россиян. Показывает нам кадры, как хорошо горит российская техника, которая пыталась прорваться. На этом участке фронта силами нескольких подразделений Харьковской 92-й бригады удалось сжечь только за одно утро около 2 десятков бронемашин россиян.
Як мінімум з двох напрямків, але вони навіть не доїхали до нашої піхоти. Мінімум з двох направлений, но они даже не доехали до нашей пехоты. Они взорвались за счет дистанционного минирования. Пехоту, которая была или в контузии, или дезориентирована, просто добили уже мавиками и артиллерией. А сейчас минометчики насыпают, чтобы пехота врага и головы не вынула из окопов. Внимание, выстрел. Стреляем. Поутру. Стреляем поутру, когда у россиян ротация. Они меняются, заезжают, завозят пехоту. Мы их на этом ловим. И сразу же после работы в укрытии. В такую ясную погоду угроза не только от вражеских дронов, но и от российской авиации. Как раз только что командный пункт сообщил. Вражеские самолеты на подлете. Мы успеваем вскочить в машину и немного отъехать от позиции. Как видим, в небе инверсионные следы. Это российские сушки запустили авиабомбы. Пара секунд и огромные грибы поднимаются на горизонте. Так оккупанты трощат и линию фронта, и ближайшие к ней города и села. Но и среди огня на этой выжженной земле Донеччины продолжают удерживать позиции наши армейцы. Ну что ж, далее анализ оперативной обстановки на Ореховском и Херсонском направлениях фронта. Кровавая вакханалия путинских войск продолжается. На Ореховском направлении россияне 7 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области, Работиного и западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от попыток выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки захватчики совершили один штурм, успеха не имели. С Херсонской области продолжают поступать страшные новости. Один человек погиб, трое ранены из-за очередной подлой и низкой атаки россиян. От многочисленных ранений скончался житель Ивановки, которую оккупанты крыли накануне без остановки. Еще один мужчина пострадал из-за обстрела в Змеевке. Россияне сбросили на него взрывчатку из дрона. А сегодня с самого утра враг снова намеренно атакует жилые кварталы Херсона. Что происходит в городе сейчас? Смотрите в материале корреспондентки ТСН Светланы Павук. На улицах Херсона густой смог из-за очередного российского удара по жилым кварталам города. Это случилось где-то в 9:40-9:35. Ну что, по сходжению, все окна с этой стороны выбиты. Подъезды тоже выбиты. Крыша полетела. На месте одного из попаданий возник пожар. Повреждены частные дома и админздание в центре города. Фасад полностью. Разрушена диспетчерская полностью. Никто не пострадал, все были в подвале. Утром оккупанты несколько раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Эта женщина пыталась спрятаться от атак врага в укрытии. У меня в подвале подо мной диван подпрыгнул. Удар, звук жуткий был, два. Ее муж бежал под обстрелами спасать их кота. Муж в это время находился, у нас квартира там, во дворе, пошел за кошаком, за нашим. И по нем летели осколки. От этого вражеского обстрела минно-взрывные травмы получили еще двое херсонцев. Их госпитализировали. А вблизи Андреевки на российской взрывчатке подорвался 42-летний мужчина. Он наступил на противопехотную мину. Его доставили в медицинское учреждение. На сегодня все, но уже очень скоро в программе «Фронт Ньюс» новые уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких.